Меняли лобовые стекла, поворотные кулаки на Volkswagen Touareg. Это вообще загнуть невозможно и стекло разбить, попав колесом в яму. Когда действительно повреждена покрышка, поврежден диск, ну, бывает такое, мы возвращаем клиенту эти деньги, приходим к мировому соглашению, возвращаем эти деньги по оценке данного имущества. Но не надо пытаться за счет бюджета, которых денег и так не хватает нам, отремонтировать полностью свои автомобили.